Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас на обзоре продолжение героев Энвилла. Сегодня у нас, по-моему, уже 7-й обзор, и пройдем очередные 5 уровней. Итак, начинаем. Уровень Пустошь. Награда целых 350 монет. Немало, если учесть, что у меня всего 475. Это неплохая работа, ты добрался до Пустоши. Да, ровно половина уровней мы прошли. Осмотрись пока, надо понять, что задумал Моргард. Хорошо. Осмотримся. Опа. Так, нужно щиток включать. Какие тут все роботы. Прям. Так. Опа. Это там лечение было, блин, а я пропустил его. Как-то, когда жизни много, а лечение не сильно задумываешься. А вот жизни уже и нет, слушайте. Ничего себе. Куда же они делись? Резко так. Так, здесь их, наверное, куча будет. Нужно суперудар свой использовать. Вот. Ай, блин, а надо опять, ну, лечение. Ну, увидели, было лечение. Я его пропустил. И там куча всего. Да, может опять суперудар откатится, потому что жизни у меня реально осталось на пару ударов. Так. Щит. Давай. Ну, суперудар, откатывайся скорее. Вот, лечение. Все, я взял лечение. Так, суперудар, их тут много очень. Давай. Молодец. Так. Ого. И суперудар, конечно, классно. Вы видите, по карте выносят вообще почти половину карты, блин. Так. И вот последняя, наверное, волна какая-то. Ого, куда-то я бегу. У меня уже опять почти суперудар откатился. Нет, что это? А, все ли в этом мире такое, какое оно выглядит на первый взгляд? Пёсик, да? Привет. Привет. Наверное, не хочешь представиться? Не особо, но, видимо, придется. Я игровая справка. Рассказываю истории. И какую историю ты должен рассказать здесь? Прости. Пустоши когда-то были самым процветающим краем среди земель Энвилла. Что-то не особо похоже. Но Моргарту удалось это изменить. Он рассорил местных правительниц, и теперь некогда цветущий край занесли пески. Но эта локация скрывает еще множество чудес. А зачем мне это знать? Думаю, чтобы убедиться, что Моргард злодей. А если у тебя были сомнения, конечно, а сейчас мне пора. Это будет конец или это будет не конец уровня? Вроде как и коротко было, а вроде как и сложно. Да, это не конец, это начало следующей сложного этапа, следующего. А жизни у меня особо-то не фонтан, скажем. Ну, дайте. Я взял жизнь. Так, четверочка, суперудар, срочно. Срочно суперудар. Отлично. Он меня подвыручил. Смотрите, как, да? Так, щит откатился, нужно его использовать. Так, стрелы. О, еще лечение. Ну, да возьмись, ну увидеть, не могу взять лечение. Так, и жизни почти нет уже. Нужно опять суперудар использовать. Так, где там кто? Ой, блин. Сейчас меня прибьют. Суперудар использовал всего на одного этого робота. И как плохо. Жизни реально осталось на один удар. Скажите, что это финиш. Да, это финиш. Ух, вот это пронесло называется. Победа. Так, ну, для улучшения мне особо-то пока не хватает ничего, да? Наверное, я все-таки пособираю еще чуть-чуть, чтобы вот его улучшить. Тогда будет здоровья больше, потому что пока, вот видите, здоровья у меня совсем мало. Я так и как-то уже перетерплю один уровень. Играем, 32 уровень. Путь. Еще кристаллик дадут в награду. Прекрасно. Чистый воздух, теплое солнце, практически тропический рай. Не хватает только океана.
Я точно помню, что он когда-то здесь был. А что ты имеешь в виду? А за пустошами нет других локаций, по крайней мере, мы не можем их найти. Может быть, они еще не загрузились? Это странно. Ого, ого, а мне кажется, что их много. Хоть лечение здесь, да, возьми что лечение, а. Так. Лечение есть, это хорошо. Жизнь теряется, это плохо. Хотя вот дело в том, что суперудар пока не использовал. Наверное, сейчас придется, вы знаете. Как-то их многовато здесь. Лечение, лечение, есть лечение, супер. Сколько ты супердар используешь, не успеваешь, а потом собирать все монетки. Так. Выстрелы. Отлично, там вот уже наполовину суперудар откатился. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Мне бы еще все-таки как-то лечение подобрать, потому что реально вообще уже опять жизнь заканчивается. Нужно использовать суперудар. Сейчас будет по-любому. Что-то мне подсказывает. Да, давай, 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 быстрее. Дайте что-то, что ли, жизни. Не дождусь я жизней. Буду вот на таких этих бегать. Так, там чуть-чуть я лечусь благодаря своему кубу этому. Все, меня сейчас здесь прибьют, у меня жизни нет. Все. Не было лечения, одно лечение на начале взял и все. Ну попробую еще раз, не знаю. Вот не хватает мне одного уровня улучшения, вот. А как еще заработать монеток, я не знаю. То есть уже реально тяжело. Наверное, все-таки нужно было здесь использовать суперудар в начале, потому что... А, блин, там жизни были. А я их не взял. Ну, в принципе, у меня жизни все. Ну, вот сейчас бы я включился б. О, вот лечение. Ну, берись. Взялась, взялась, взялась. Это хорошо. Давай, 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 давай. Так, есть щиток. Суперудар откатился. Это оптимистично. Вот как раз мне суперудар здесь нужен. Смотрите, сколько их много. Вот лечение. Успел взять лечение. Не знаю как, но успел. И вот там, где я погиб в прошлый раз, я сейчас подхожу уже с таким с нормальным запасом здоровья. Так, выстрелы. Ну, есть лечение. Вот когда не нужно. Ну, в смысле, нужно, но вот в прошлый раз, когда нужно было, его не было. Сейчас у меня суперудар откатится. Правда, и жизни уже тоже почти откатились. Почти в ноль. Ну ничего. Сейчас я сделаю суперудар, может там лечение найду. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Дайте, дайте лечение. Лечение дайте. Изверги. Нету лечения, увидите. О, вот лечение, даже аж там вот. Почему я говорю, что это классно, суперудар, вот он пол карты сносит врагов. Немного полечился, уже как-то настроение поднялось. Что, я прибежал к финишу? О, отлично. Вот так вот, сейчас могу улучшить персонажа себе. И сразу настроение поднимется. Атаки больше будет. Так, вьюга будет сильнее бить и дольше замораживать. Ну, в общем, хуже не станет, как вы понимаете. А для следующего уровня нужно 1500 почти денежек. Конечно, много. Ладно, прорвемся. Так, а для улучшения меча я этим играю вообще. Стихия огонь. Ну да, я им играю. Может, надо было другим. Может, следующим уровнем его улучшить. Будет видно. А, я поискал информацию о пустошах.
А, похоже, что вступив на эти земли, ты активировал защитные механизмы. А было бы любопытно узнать, что именно они защищают. Давай выясним это. Давай, тем более я такой весь улучшенный, модный. Посмотрим-ка, как я справлюсь с этим уровнем. По-моему, здесь много. Так, наверное, я все-таки использую суперудар. Почему бы и нет? Там вот монетки везде пропускаю. Блин, они ж мне нужны для улучшений. С одной стороны, суперудар хорошо, а с другой вот из-за него я не собираю все монетки, которые можно было. Не успеваю просто. Так, кстати, жизни уже... Ну, блин, вы видели? Не взяли жизни. Это мне потом очень дорого может стоить. Монетки почему-то беру почти все. Вот когда нужно взять жизни, я как-то промахаюсь, типа, по ним. А у меня уже жизни почти нет. Так, нужно суперудар активировать. Без него. Вот, жизнь, отлично, 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 отлично. Хоть немного подлечусь. Ох, сколько их много здесь, вы что? Это жесть. Энергия. Я до сих пор не знаю, для чего энергия. Может, типа, быстрее откатывается моя способность? Я вот тут как-то так не уверен в этом. О, супер, да, уже откатился. Супер. Кажется, здесь только много. Но нужно лечение мне, а лечения нет. Зато щиток есть. А, я прибежал до финиша. Хорошо. Фух. Вот моя награда. Так, ну что, копить на улучшение персонажа, либо улучшать оружие, либо улучшать этого своего питомца. Нет, не буду его улучшать. Я, наверное, улучшу себе Пуху. Так, сила будет вот больше, да? А шанс стихийной атаки 100%, время действия эффекта плюс секунда. Ну, в общем, вы видите, да? Давайте улучшу. Надеюсь, я об этом не пожалею. А, уровень 34. Печать. Ага. А, прекрасно. Судя по записям, здесь должна быть огромная печать. А при активации она открывает проход в следующую локацию. А при смерти она там ничего не открывает? Ого, сколько их много. Может, их сразу нужно было этим суперударом припечатать. Как-то... Не, ну я пока вроде справляюсь, но жизни вот уже начали резко уменьшаться. Не знаю, как действует этот меч, но... Пока что-то я не особо вижу от него. О, сундук прискакал. Ну, жизни есть, я взял жизни. Так, нужно все-таки супер способность свою активировать. Да, блин. Ух ты, блин, сколько здесь вообще... Дайте лечение. Вот, лечение я взял. Отлично. Самое главное для меня. Это жизни. Будут жизни, будут монеты. И все остальное. Не будет жизни, не будет ничего. Логично. Так, есть. Уже суперудар откатился. Вот печать, что-то... А, похоже, это то, что мы ищем. Давай я попробую ее активировать. Этот грохот неспроста. Знаешь, я думаю, стоит собрать эту печать обратно. Так, надо вообще-то этот... Блин, видели, не сундук разбил, а не взял с него кристалл. Так нечестно. Вообще нечестно. Я расстроился. Зато и лечение не взял. Ну, это вообще... Я не знаю, у меня какие-то глюки, наверное, потому что я ничего не успеваю брать. Честно, это у всех так или просто это у меня так? Ха. Так, щиток нужно. О, вот жизни. Фух, взял хоть этот раз жизни.
Так, суперудар пока не использую, экономлю. Там вот вроде как их немного было. Ого, ракетница, ничего себе. Огрело так огрело ракетами. Ой, а зачем я суперудар использовал? Он же один всего был. И монетку с него не взял. Так, половина жизней. О, финиш. Ха. Отлично. Пока я ничего улучшить не могу, ну кроме питомца, я этого не буду делать. А первая деталь — печать. А, понял, то есть я печать разломал, теперь буду ее собирать. Все как обычно. А, части печати не могли разлететься слишком далеко. А, давай поищем на этом уровне. Наверняка одна из них завязла в песках. Вообще-то здесь везде песок, они все в песках завязли. Так, смотрите, сколько их много. Мне кажется, стоит здесь было вот так вот сделать, да? Пособирать все. То есть, пока я пробегу дальше, суперудар уже наполовину откатится. Так, отлично. Ну, есть, я еще жизни взял, то есть. Уже прошел кусок карты, но пока почти не пострадал. Вот оно, умение и удача. Так, у меня опять суперудар есть. Но нужно его использовать где-то, где будет побольше их. Хотя жизни уже тоже мало. Но выскочите целая куча на меня. Нет, их тут немного. Я лучше суперудар поэкономлю. Тем более у меня щит вот был. Было бы неплохо жизни взять. Нет, жизни нет. Вот здесь, ладно, использую суперудар. Вот и жизни. Отлично, отлично, вообще. Да, это я бегу. Долго никого... А, вот. Печать, я был прав. Вот и первая часть. По-моему, тут целая печать. Еще ее, наверное, вынести нужно отсюда. Так, пока никого нет, как-то все подозрительно тихо. Опа, началось. Но у меня жизни почти все на месте, да еще и на нужном месте. Ну, возьми, есть, взял жизни. А вот здесь их уже многовато, наверное, нужно их все-таки суперударом своим снести. Класс. Жизни все. И уровень уже почти пройден. Ага, а вот здесь их двое всего вока. Так, щиток у меня есть, стрелы, энергия. О, кстати, можно суперудар, надо было раньше использовать. Этот большой здесь тоже на проходе прибился. И здесь тоже, вот видите, подприбились они. И, скорее всего, это финиш, да? Да, точно. Я вот почти все уровни здесь прохожу уже, даже не с первого раза, потому что, ну, довольно-таки тяжело. А, не хватило, видите, немного. То есть мне еще, там, около 300 монеток, и я бы улучшил персонажа. Но я же улучшил себе оружие, вот поэтому такое было, да? Но это нехватка. Так, а вот наш новый этот помощник Джозеф. А давайте глянем, что он делает. А, дистанционные атаки наносят на 5% больше урона. А, но все-таки мне как-то больше лечения нравится, то, что у меня сейчас. Так. Вот этот мой джинглс. Да, много интересных, конечно. А, возвращает врагу урон. А, помощников. О, смотрите. Персонаж защищен от огня. И увеличивает весь наносимый урон на 10%. Огнекот. Ну, блин. Тоже классно вообще. Так. Подобранные монетки умножаются на 2. И в 2 раза больше наград за завершение уровня.
Ага. Класс. Слушайте, мне это нравится. Мне нужен Герти, чтобы больше денег зарабатывать, да? А давайте попробуем. Ну, я попробую, конечно, его... А, в следующий раз. Так. Ладно. Выбираю пока его. Если не получится им проходить, я буду проходить кем-то другим. А, ну что ж, друзья, на этом наш сегодняшний обзор завершен. А, надеюсь, он вам понравился. А все ближе и ближе к завершению этой игры, обзору. Поддержите видео своими лайками, оставайтесь с нами, пока-пока.